Дорогая редакция, я постоянно смотрю вашу передачу, но ни разу не видел, чтобы певец Юрий Николаев исполнил песню. Когда же он, наконец, запоет? Уважаемый автор письма, Юрий Николаев, то есть я, ведущий «Утренней почты». Возможно, вы имели в виду певца и композитора Юрия Антонова. А возможно, вы просто нас спутали с композитором Игорем Николаевым. Во всяком случае, я уверен, что вы не имели в виду певца Игоря Скляра, который сейчас исполнит песню композитора Игоря Николаева, песню, которая не имеет никакого отношения к композитору Юрию Антонову, о котором только что вам рассказывал ведущий Юрий Николаев. На недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, где качается на дюнах шереметьевский баркас, и у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас в карельских скалах будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. Ничего не поняли. Все пели и говорили про любовь, мы стеснялись, и нам ни разу не было смешно. А чтобы лучше расти, нужно больше смеяться. Дорогие товарищи дети, чтобы лучше расти, нужно реже смотреть телевизор.